Аузу биллахи минаш шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и приносим вам всем свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллах алейха. В связи с этим событием, с этим трауром, мы начали серию передач и продолжаем с нашим уважаемым гостем, худжат ль-Ислам валь-Муслимин, шейх Курбаном. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Валейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Курбан, на прошлой передаче у нас не хватило времени затронуть тему как раз таки потомков Фатимы Захры, саламу алейха. Мы не говорим о непорочных 12 имамах, 11 имамах из ее рода. Мы говорим именно о потомках, которые просто были из ее рода. Вы сказали о том, что у них есть потенциал. Потенциал уже в их крови есть. И этот потенциал проявлялся у некоторых людей. И вы хотели, как я понял, привести пример, на чем у нас передача закончилась. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Я очень коротко напомню о том, для тех телезрителей, которые только присоединились к нам, что мы говорим о толковании одного из аятов суры Нур, в котором говорится: «Аллах нуру самавати валь арды, ва мэталу нурихи ке мишкат фиха мисбах». Что Бог является светом небес и земли, а примером «ке мэталу нурихи мишкатун фиха мисбах», то есть примером его света является лампа, в котором имеется свет. Аят суры Нур. И в толковании от имама Саадик, алейхиссалату вассалам, мы обнаружим, что мишкатом, что согласно этому толкованию, толкованию этого непорочного, имам Саадик, алейхиссалату вассалам, является, согласно его толкованию, является Фатима, мишкат. То есть хранителем этого света Бога является тем, благодаря кому сохранился этот свет Бога среди людей, и не только. Мы обнаружим в толковании имама Саадика, алейхиссалату вассалам, что это Фатима, саламулла алейха. И мы, толкуя это понимание аята Священного Корана, мы говорили о разных возможных толкованиях, которые, конечно же, могут быть одновременно все истинными, и они друг другу не противоречат. И согласно одному из пониманий этого аята, является сура Каусар, в котором Бог говорит о том, что даровал посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, изобилие, обилие, невероятное обилие в потомстве. Мы говорили, что Каусар, как с точки зрения корня, так с точки зрения словообразования, свидетельствует о обилии. То есть обилие на обилии здесь. Каусар – обилие на обилии. Ну, то есть это невероятное обилие. И это обилие воплотилось, мы говорили, что через род ее светлости Фатима Тузахра, саламу алла алейха, которая является родом посланника Аллаха, в виде исключения, потому что все остальные рода имеют продолжение через мужскую линию, но в данном случае, в случае ее светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, род его светлости продолжился через ее светлость Фатима Тузахра, саламу алла алейха, которая также не прервется, мы узнали из преданий, что не прервется в судный день. И в связи с этим мы говорили о том, что если мы не коснемся непорочных из этого рода, коих было 12 после ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха, то есть это ее супруг и 11 потомков ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха. Мы ранее говорили о том, что эти 12 непорочных также находились под влиянием ее светлости. Если, например, потомки ее, 11 имамов, находились не только под влиянием ее воспитания, но и под влиянием ее крови, под влиянием ее генетики, если более понятным языком выражаться, то его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, находился в том числе и под воздействием ее поведения, ее отношение к жизни, ее отношение к Богу, ее близости к Богу. Это тоже, вне всякого сомнения, является очень важным фактором в становлении и
в том, кем был его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Но есть и другая сторона. Если мы не коснемся этих непорочных людей, 11 имамов из потомства ее светлости Фатима Заграс, саламуллаху алейха, то и другие потомки, которых огромное множество, как мы говорили ранее, они также играли свою роль в сохранении этого света Бога, в сохранении истинного ислама, в сохранении учения его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в сохранении того учения, которое исповедовала его светлость, которое имеется в священном Коране. И без этих людей истинное учение священного Корана просто-напросто не сохранилось бы. Здесь мы, конечно же, прежде всего говорим о воплощении в жизнь этих учений, о практиковании священного Корана. Потому что все мусульмане читают священный Коран. Все, кто говорит, что он мусульманин, читают священный Коран. Читают молитву, держат пост и так далее. Мы говорим о истинном воплощении в жизнь, о настоящем практиковании учения ислама, о настоящем практиковании священного Корана. И здесь примеров настолько много, что если мы захотим это как-то более-менее подробно раскрыть этот вопрос, у нас это займет очень много времени. Но мы коснемся современного примера, современности, и которая, вне всякого сомнения, для нас и для наших телезрителей более понятна, более очевидна. Посмотрите, сегодня лидеры истинного ислама, носители истинного ислама, те люди, которые не просто на словах являются мусульманами, как многие вот эти вот якобы ученые, лидеры мусульман в современном мире, нет, а те, которые по-настоящему и практикуют в жизни, и более того, встали на пути дьявола, встали на пути шайтана, который хочет распространить свою тьму на весь мир. Встали в разными пером, оружием, политикой и так далее, там, своими знаниями и так далее. Встали на пути и сражаются в этой битве между добром и злом. Не просто на словах, а и по-настоящему находятся в центре поля битвы, этой битвы, которая в Священном Коране ясно и недвусмысленно разъяснена, описывается, часть Корана посвящена этой битве между добром и злом, между, как говорит сам Священный Коран, между светом и тьмой. Это язык Священного Корана. Таким языком Священный Коран эти стороны этой битвы разъясняет. И эта битва идет. Эта битва после мученической смерти его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, вошла в новую фазу. Вошла в новую стадию, бескомпромиссную стадию, когда обе стороны уже ни перед чем не останавливаются для того, чтобы уничтожить друг друга. Мы, конечно, живем, занимаемся своими делами, зарабатываем деньги и так далее, семья, эти заботы, те заботы. Мы в этой битве можем быть в неведении, но это не значит, что этой битвы, этого сражения нету. Это ожесточеннейшее сражение, где никто ничем абсолютно ни перед чем не останавливается. Зло, тьма не останавливается ни перед чем. Готовы убивать даже младенцев, целые страны истребить ради того, чтобы этот ислам, этот истинный ислам, этот свет не распространился на весь мир. А другая сторона, сторона света, ни перед чем не останавливается, готова пожертвовать собой в этом значении, в хорошем, светлом его значении, в отличие от тьмы. Если тьма готова жертвовать другими, а свет готов жертвовать собой, своими детьми, своей семьей, своим благоустройством, своим спокойствием и так далее. Ничем, ни перед чем не останавливается в этом сражении. Имуществом, жизнь, всем, да. Совершенно верно. И здесь мы в лидерах света обнаруживаем потомков, да, ее светлости Фатимату Захра, саламуллаху алейха. Видим ли мы кого-то более активнее, более участнее, чем потомков Фатимату Захра, саламуллаху алейха? Мы просто не обнаруживаем. Просто обратить внимание на вокруг, кто сегодня с мировым империализмом, он сегодня не такой, какой он был, например, в 19 или 18 веке. Это уже другой империализм, совершенно другой империализм. Но он не перестал быть империализмом. Совершенно недавно один
из моих друзей, который живет в одной стране, большой, могущественной стране, богатой даже ресурсами стране, он недавно говорит, что ощущает себя жителем колонии, что он чувствует, что он живет в колонии. Сейчас нету, в современном мире нету колоний. То есть колоний в понимании 18-19 веков. Таких колоний сегодня нет. Нету колониальных стран, как, например, Англия, Испания, которые были, Франция, да. В свое время были, Франция. В этом понимании сегодня колониальных стран нету. Но колониальные страны сохранили свою суть, свою вот эту вот чтойность, то, что из себя они представляли, они сохранили. Просто форму поменяли. И поэтому сегодня империализм живет и процветает. И на пути этого империализма мы встречаем определенные силы, во главе которых находятся, вне всякого сомнения, лидерами которых являются дети и потомки ее светлости Фатимата Захра, саламу алейха. Я приведу один пример, практически из нашей современности, который заслуживает особого внимания. Это пример, например, в качестве примера, да, один из множества примеров. То есть про все это мы, конечно же, не сможем поговорить, у нас просто не будет такой возможности. Покойный Саид Абдуль-Хусейн Шарафуддин из Ливана. Хотя, конечно, мы можем и до этого немножко обратиться немножко глубже в историю. Обратите внимание, очень большая часть Ирана, то, что сегодня называется Ираном, большая часть при ранние века, когда Иран принимал ислам, были последователями оппонентов семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они исповедовали искаженное понимание, искаженное представление ислама. Потому что были противниками и оппонентами учения непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы обнаружим Нишабур. Нишабур был крупнейшим центром этого учения, суннитского учения, крупнейшим. И все эти ученые, которых они так уважают и считают своими авторитетами, они вышли из Нишабура, чего стоит только муслим, который составил свой сахих, и Бухари, у которого также имеется свой сахих. Они были персами, они были из Нишабура, обучались в Нишабуре. Нишабур был центром этого мира. И многие ученые, многие, очень огромное количество ученых были именно персами из того учения. Но в один прекрасный момент все поменялось. Потомки ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха, из Ливана стали переселяться в Иран, и они изменили ситуацию. Шейх Курбан, давайте этот момент продолжим после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами после небольшой паузы, мы продолжим обсуждать данную тему.
Уважаемые телезрители, мы прерываем небольшую паузу, до которой говорили о потомках Фатимы Захры, саламу Аллаху алейха. Уважаемый шейх Гурбан, вы затронули тему Абдул-Хусейн Шарафуддин из Ливана, который был потомком Фатимы, саламу алейха, и какой он вклад внес в историю, хотелось бы узнать. Да, мы немножко ушли глубже в историю, говорили о том, как в Иране распространилось это учение, учение истинного ислама, учение непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И мы говорим, что здесь важнейшую роль сыграли потомки, важнейшую, очень значительную роль сыграли потомки ее светлости Фатима Заграс, саламу алейха. Дело в том, что когда сафивиды пришли к власти здесь, то есть в Иране, когда Исмаил пришел к власти, они, помимо всего прочего, сделали один очень важный шаг. Они переселяли потомков ее светлости Фатима Заграс, саламу алейха, из Ливана в Иран. И дали им возможность распространить это учение. И они таким образом распространилось это учение, то есть силами и возможностями, научными то возможностями. То есть они брали потомков Фатимы и распространяли на территории своего государства, чтобы это учение распространилось? Да, они это делали. То есть делали потомки ее светлости Фатима Заграс, саламу алейха, которые были из Ливана. Ну, как в Ливане они оказались, как в других частях света они оказались. Мы об этом говорили, что вследствие гонений происходили эти переселения. Гонения со стороны власти. Мы приводили пример Мансура, аббасидского халифа, который говорил, что я убил сотни потомков Фатимы. Обратите внимание, говорит Фатима, не говорит Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. То есть как раз о чем я говорил, что это более принято в мусульманском, что считать этих людей потомками Фатимы, а не потомками Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. И да, возвращаясь к примеру покойного сейда Абдул-Хусейна Шарафуддина, этот человек сыграл просто колоссальную роль. Во-первых, ну, с разных точек зрения. Он был лидером последователей непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, в Ливане и имел авторитет в арабском мире. Он, помимо того, что сохранил эту часть ливанского населения от служения колониям, да, французам, французскому режиму, французской власти, он сохранил. То есть под его руководством, под его властью эта часть последователей, то есть та часть ливанцев, которые были последователями непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они вели себя совершенно, то есть у них была совершенно другая позиция, другая политика, в отличие от других частей, других конфессий, других представителей Ливана. Помимо этого, мы обнаруживаем невероятный вклад в объединение мусульман. Он объединил, он сыграл невероятно важную роль в объединении мусульман, а именно суннитов, не являющихся ваххабитами. То есть не радикальные, не учение Мухаммада. Ну, это ваххабиты, то есть мы здесь говорим о такфиризме, который выводит из ислама не только последователей непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но все, ну и суннитов, например, ашаритов, матуридитов и так далее. То есть считают всех неверными. Да, переписка его светлости Абдул-Хусейна Шарафуддина, сейда Абдул-Хусейна Шарафуддина с муфтием Египта и ректором Аль-Азхара, я могу ошибаться, может он не был на тот момент муфтием Египта, но ректором Аль-Азхара точно был, и эта переписка сыграла очень важную роль, в результате чего мы сегодня имеем фетву Аль-Азхара, что одним из масхабов, то есть они признали официально, джафаритский масхаб. Да, джафаритский масхаб. Это был большой шаг, это был колоссальный шаг. То есть помимо... стало 5 масхабов стало на тот момент, да, официально именно в исламе. Да, то есть согласно их мнению, согласно мнению Аль-Асхара, и на сегодняшний день эта фетва действует, что мусульманин может следовать одному из этих 5 масхабов. Нет никаких препятствий для следования одному из этих 5 масхабов. Это был, конечно, колоссальный вклад. И помимо этого, взгляд, который продемонстрировал сейд Абдул-Хусейн Шарафуддин,
Куддеса сирру, тот взгляд и то отношение к взаимоотношениям среди мусульман, то, что он продемонстрировал, и то, что мы наблюдали в дальнейшем в Ливане, это был очень важный урок для последующих поколений. Потому что когда ушел из жизни сейд Абдуль-Хусейн Шарафуддин, он на свое место назначил другого потомка его, ее светлости Фатимата Захра, саламу алейха, имама Мусу Садра, который сыграл просто невероятно колоссальную роль в объединении Ливана. Несмотря на то, что была вражда между разными конфессиями внутри Ливана, но он сумел невероятным, я не буду вдаваться в подробности, то есть об этом очень многое написано, очень многое сказано, и очень достаточно для подтверждения этого факта того, что имам Муса Садр, который был похищен Муаммаром Каддафи, был авторитетом для всего арабского мира, не только для последователей непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это именно это его невероятный авторитет, который он заработал своим светом, благодаря тому, что нес свет, объединял мусульман невероятными тяжелыми поступками, невероятно тяжелыми решениями, через сложную борьбу, сложнейшую борьбу. Но сумел это сделать, именно поэтому он был и похищен. Потому что его авторитет, его роль была совершенно неприятна. И в борьбе с оккупантом Израилем, который оккупировал палестинские земли, оккупировал Иерусалим, первую киблу мусульман, в борьбе с ними именно его воспитанники, воспитанники имама Муса Садра, которые также являются лидерами, которых также являются потомки ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха, это шахид Аль-Мусави, Сейд Мусави, который был взорван израильтянами вместе со своей семьей в своей машине, и вся семья была убита одним разом. Он был потомком ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха, который возглавлял какое-то время борьбу. И это самая эффективная борьба, ту борьбу, которую ведут эти люди, воспитанники имама Муса Садра, это самая эффективная борьба против израильтян. Все остальные, например, те же самые палестинцы, у которых нет во главе потомка ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха, они не настолько эффективны в своей борьбе, как эти люди. И сегодня после Сейда Мусави, который пал мучеником, мы обнаруживаем Сейд Хасана Насрулу, который также является потомком ее светлости Фатимата Захра. Ну, примеров огромное множество. Здесь можно часами и днями и неделями об этом говорить, приводить примеры. Просто в качестве примера. И здесь важно, что эти люди не просто несут какое-то, например, научное знание, не просто что-то преподают и преподносят, к чему-то обучают. Они практикуют это. То есть это их особенность. Они практикуют точно так же, как практиковал сейд Абдуль-Хусейн Шарафуддин. Мы таких людей не обнаружим, редко обнаруживаем таких людей в истории, чтобы они не были из потомства ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха. Чтобы они не просто учили чему-то, призывали чему-то, звали к чему-то, а демонстрировали, практиковали, потому что практика сейда Абдуль-Хусейна Шарафуддина или практика его преемника имама Мусу Садра и последующих их преемников в лице сейда Мусави или сейда Хасана, мы видим, в первую очередь мы видим практику. Ну, примеров много, я не буду далеко уходить, то есть много слишком примеров приводить. Это ярчайшие примеры сегодняшнего влияния потомков ее светлости Фатимата Захра, саламулла алейха, и их огромное множество в том же самом Пакистане, где мы сложно себе это представить, потому что даже там обнаруживаем лидеров в лице потомков ее, в Индии, в Пакистане, чего стоит шахид Хасани, например. Известный, авторитетный человек был в Пакистане, который до сих пор, и учения, и взгляды которого до сих пор являются авторитетными среди последователей непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, среди в Пакистане, и который
также был известен тем, что прежде всего практиковал, хотел воплотить в жизнь идеалы и ценности ислама, а не просто учил. Потому что мы сейчас, если обратимся и обратим свой взор в арабские страны, очень многие арабские страны, большинство арабских стран, то мы что обнаруживаем? Обнаруживаем слова бездействия. И даже более того, действия в обратную. То есть, если мы обнаруживаем, что вот арабские страны говорят о поддержке Палестины и как-то враждуются с Израилем на словах, а на деле наоборот, дружат и налаживают отношения с оккупантами и портят, поддерживают и портят отношения с палестинцами, враждуют с палестинцами. То есть мы видим обратное своим словам, мы видим явное недвусмысленное лицемерие. И, конечно же, потомки ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха, на этом фоне сияют, невероятно сияют. И вне всякого сомнения, то, что сегодня последователи непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, находятся напротив этого империализма, напротив этой тьмы, и враждуют с этой тьмой, здесь очень большая заслуга не только непорочных имамов, но и простых потомков ее светлости Фатимы Заһра, саламу алейха. Таким образом, это также может быть своего рода толкованием и объяснением слов его светлости имам Саады, алейхиссалату вассалам, который говорит, что Фатима есть этот самый мешкат, о котором сказано в суре Нур. Аллаху нуру самавати валь ард, кемасали нурихи мешкатун фиха миспа. То есть толкование этого аята. Одним из пониманий этих слов может быть этот факт, что род его светлости посланника Аллаха, и род и качественно, и количественно невероятный. Это просто чудо, на самом деле чудо. Инна атайнакаль каусар — это просто не только изобилие в количестве, но и изобилие в качестве. Но опять-таки я подчеркну, и мы говорили об этом, это не значит, что все потомки до единого ее светлости Фатима Захра, саламу алейха, они являются хорошими, прекрасными людьми, несущими свет. Мы этого не хотим говорить, это неправда, это ложь. Мы говорим о том, что этот потенциал, который проявляется, но, конечно, бывает и нечто другое, обратное свету этому. Бывают случаи, когда человек враждует с исламом, будучи из этого рода. И это, конечно же, сторонники тьмы. Как, например, внук имама Хасана, который встал на сторону аббасидов, враждуя с имамом Садыком, алейхиссалям, который мы приводили пример. Совершенно верно. Спасибо большое, уважаемый шейх Гурбан. Спасибо, что разъяснили такую важную тему о потомках пророка и потомках Фатимы Захры, саламу алейха. Потому что мы на самом деле видим, что, как говорится, не каждый потомок является хорошим человеком, но практически каждый лидер, практически, я не говорю, что все, но каждый лидер, который приносит большой вклад для ислама, лидеры света являются потомки Фатимы. Спасибо, иншаллах, на следующей встрече мы продолжим данную тему. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом мы с вами вынуждены попрощаться. Приносим вам свои соболезнования и ждем вас на следующих передачах. Ассаламу алейкум, рахматуллах.